Нежные, тоненькие и воздушные, нереально вкусные и с аппетитными добавками, спешу показать вам несложный вариант, как приготовить французские блинчики на молоке. Запоминайте и повторите, дама. Хочу обратить ваше внимание на то, что добавки к блинчикам могут быть самые разнообразные. Я предлагаю только несколько вариантов, которые, на мой взгляд, подходят просто идеально. Нутелла и сгущенка, мед и клубничное варенье, а также свежие ягоды и фрукты. От такого десерта не откажутся ни взрослые, ни дети. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Вот такие ингредиенты мы будем использовать, чтобы испечь французские блинчики на молоке. 2. В глубокой мисочке взбейте яйца с сахаром, ванильным экстрактом, мукой и стаканом молока. После влейте оставшееся молоко, тщательно взбивая, чтобы не было комочков. Масло растопите, остудите и добавьте в тесто. 3. Разогрейте очень хорошо сковороду. Наливайте в нее тесто небольшими порциями, чтобы получились тонкие блины. 4. Жарьте их с двух сторон до румяной корочки. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Подавайте к столу с любимыми добавками. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты. Мука 2 стакана, молоко 3 стакана, сахар 2 столовые ложки, яйцо 6 штук, сливочное масло 4 столовые ложки, ванильный экстракт 1 чайная ложка, количество порций 20-24. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем добра, заходите еще.